Всем доброе утро из Флоренции. И сегодня настал новый день, сегодня солнечно, но не должно быть жарко. И сегодня мы будем гулять по центру Флоренции. Я, конечно же, беру вас с собой и пошли. Такой вот прекрасный вид из окна. Keep me company in the night. That's all I need. Мороженку. Я заказала пиццу и вот что-то вот тоже заказали. Итак, мы покушали, я уже довольная. Сейчас мы будем идти за небольшими покупочками, а потом за мороженым. One Nutella and biscotta. Thank you. Обожаю. Красиво. Флоренция прекрасна. Мы дома пока что. Нагулялись по центру и сейчас уже будем ехать домой. Поэтому увидимся завтра. Пока. Я кайфую. Я отправила родителей на Милонгу. И сейчас ищу какое-нибудь кафе, но поскольку то, которое я себе нашла, очень классное и интересное, просто не работает, то сейчас я пойду либо в Мак, либо в какую-то пекаринку, я посмотрю по карте. Я себе наконец-то скачала нормальный навигатор, чтобы в офлайн-картах за границей можно было что-то найти. Вот. Поэтому я иду искать что-то, где я смогу посидеть в Wi-Fi и покушать. Я кайфую, кажется, я нашла какое-то кафе. Вот. Это really то, чего мне не хватало на счастье. Так. Это вроде бы Мак, но это не Мак. В смысле, товарищи. Я не хочу Мак. Что не такое? Там много людей. Еще есть Бургер Кинг. Но я не хочу Бургер Кинг. Может быть, очень будет интереснее. Может быть, куда-то будет работать. Так, что я буду? Что я буду? Я буду, наверное, вот этого. И капучино. Да. Так, я просто одно сплошное невезение. Пока я шла, искала эту пекарню, она закрылась. Поэтому я пошла в любимый, родной и просто любимый Мак, который работает круглосуточно. Вот. Но потом у меня не отправлялась смс-ка папе, у меня закончилось место на моей влоговой камере, у меня не подключался интернет, я просто одно сплошное какое-то недоразумение. Это просто что-то. Я не понимаю, как это так работает и почему у меня последние два дня сплошные лажи идут. Но как-то так. И сейчас я попытаюсь все-таки выложить для вас влог. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к возможному, но это не точно. Хотя сейчас мне выключился мой телефон просто полностью, потому что он же выключился, плюс закончилась память на телефоне.
бот, я просто сплошное невезение. Так вот, то, о чем я говорила. Напиши, пожалуйста, в комментариях, хочешь ли именно ты, чтобы я создала влоговый канал, возможно, потому что влогов будет много, особенно до конца лета, потому что я буду постоянно в разъездах, у меня будет только одна неделя дома, и будет очень много видео, и я не знаю, стоит ли выкладывать их на основной канал, или лучше создать отдельный влоговый, в общем, напиши это в комментариях, а я пока что буду монтировать для тебя видео, выложу одно, смонтирую второе и буду кушать. Вот так вот. Я себе взяла круассан и кофе, это у меня обошлось всего лишь 2 евро, это очень мало. Вот. Также я хочу прочитать вот эту штуку, это подарок моей лучшей подруги. И да, вот это вот пытается выложиться видео, пока что это в процессе. Вот, поэтому я попробую выложить, а потом буду монтировать для вас видос. Уже почти 11:00 ночи, у меня нифига не грузится, поэтому я пью кофе. Сейчас буду есть вот этот энергетический батончик. Его здесь есть нельзя, но я пробую это сделать. Вот. Такие дела. И да, я наконец-то выложила это видео. Впервые за 2 суток это просто что-то. И такое странное чувство. В 12:00 ночи сидеть одной в маке и смотреть свое видео, которое того, что выложила. Это очень странно. Вот. А еще так приятно, я только выложила видео, а Милена Яхина, привет, если ты смотришь это видео, сразу написала мне очень хороший комментарий, вот, спасибо тебе большое, я тебя очень сильно люблю, вот, и ради таких подписчиков очень хочется стараться, развиваться и делать что-то классное. И если ты до сих пор не смотрел вот этот вот влог, второй, который я только что с трудом выложила, то бегом на мой канал и смотреть вот это вот видео. Вот так вот. Там встреча с Папой Римским. Так-то. Да, мое видео.